По маршруту тебе нужно будет развернуться. Здесь негде остановиться. Ты в машину не едь, только пожалуйста. Перестраивайся. Перестраивайся. Я перестраивайся в левый ряд. Куда мы поедем? В аэропорт с тобой? Полоса даже знак показывает, куда ехать. Перестраивайся, перестраивайся. Здесь, видишь, сплошной нет. Хотя должна была быть. Конец маршрута, знаешь, что да. Здесь находится? А туда ты поехала, в аэропорт, там даже стрелочка, да, движение направо? Не видела. Поехали. Ты должна в этом случае, можешь останавливаться, красный сейчас загорит, не надо рисковать. В этом случае? Ты там не можешь остановиться, уходишь по маршруту сюда? Ну, красный, зеленый, там желтый, ты потом поехала и остановилась за перекрестком. Все. Не надо именно на той стороне останавливаться. Двигаемся по маршруту. Солнце мое. Да. Задача какая была? Остановиться, я не остановилась. Вот это не сдача. Не важно, как ты проехала. Тихо, тихо, не лети в него. Левее добери. Левее бери. У нас своя полоса. Я не знаю, зачем он сюда залез. Смотри направо. Вот тебе все твои розовые очки мешают. Сейчас пендаль даст. Поехали. Ты что, ты что? Место для стоянки убрать. Он несется хорошо. Я вижу. Скинь скорость, убери ноги с педали. На дорогу смотри. Пошли. Ну, а то, что я поток сзади себя торможу. Сейчас ты ехала, ты ничего плохого не сделала. Если бы ты сделала плохое, запомни, я всегда скажу об этом. Я только рот открыл за превышение скорости, ты сама это сказала. Вот сейчас ты едешь, что будешь. Почему? Потому что можно перестроиться. Нет, ничего не перестраивайся. Я какую команду тебе задал? В каких облаках ты летаешь? Что нам нужно было сделать? Место для стоянки. Мы все катимся. Да, мир катится, да? А я всегда говорю, куда? Куда его катят? Одни говорят, куда мир катится, вторые берут просто его и катят. Поехали. Два тебе. Главное, что двойку получил. Блин. Нет, поворотник это 1 балл. Вот это твой, что ты его забыла выключить. 2 – это 2 штрафных балла, вообще называется? 2 – это 2, как в школе. Как в школе? Ну, за то, что я не за машиной, наверное, припарковалась учебно, я дальше поехала. Если бы ты припарковалась бы за машиной, ты бы по шее получила, потому что это остановка была бы. А я тебе сказал, на стоянку.
Не путай разницу. Угу. Вот. А два ты получила неуд за то, что не выполнила требования. Ездишь ты хорошо, а понимаешь ты плохо. Вот, кстати, я только сейчас первый раз задумалась о том, что на остановке, на стоянку-то нельзя остановиться. В смысле, я про то, что... Спроси меня еще что-нибудь, я много чего знаю. Нет, инструктор мне же может сказать... Не инструктор, а экзаменатор. Поставить на стоянку, он скажет. А ты на остановке, до свидания. А я на остановке, до да. До свидания. А я ни разу об этом даже не задумывалась. Ну, сейчас уже знаешь? Да. Ну и все. За регулируемым перекрестком выбирай место для стоянки. Проехала те, как сказала, ты из светофора, то был перекресток. Ему нужно было остановиться до пешеходного перехода. А так как ты проехала и перекресток, и пешеходный переход, инспектор рассчитает это как, посчитает это как несдачу. Несдачу, конечно.